Приветствую всех на канале «Все про тачки». Такое знаковое событие для города Новочеркасска. Впервые, вот точно, с 90-х годов, я не помню, может, когда-то раньше и была елка в другом месте. То есть рядом с памятником Платова всегда она ставилась. Ну, конечно, раньше его не было. А сейчас впервые на Соборной площади. То есть собиралась конструкция буквально позавчера. Металлический каркас. Я думаю, ну что, неужели елка? И вот, к своему удивлению, действительно, да, городская елка впервые собрана в другом месте. Ну, на моей памяти это впервые. Поэтому решил вот заснять для вас, для всех. Очень красиво выглядит на фоне собора елка. Ну, от комментариев воздержусь, пишите вы, с удовольствием их почитаю. Коренные жители нашего города. Все, всех с наступающим Новым годом!